Привет, друзья! Приглашаю вас в коллективный разум, наш формат, который я тогда изобрел. Пока Алексей приедет и заберет картину передать моему другу Марку Гарберу, вот уже проходит время, я решил сделать за это время, которое вдруг выбралось для меня свободным, сделать это с вашей помощью Джоконду, чтобы сам Марк бросил все свои дела и немедленно приехал и забрал картину. Не потому, что пока я ее не испортил, а вы видите, я уже ее изменил. А когда он ее увидит, какая она сейчас станет, он бросит все свои дела и сам приедет и заберет. Потому что Алексей, я так вижу, не дождаться, потому что сейчас лето. Итак, друзья, сейчас самое главное. Что такое ключ? Обычно есть повторение мать учения, повторяя, пока не получится, и так далее, и так далее. Вот актер, например, повторяет какую-то роль, пока не будет ее исполнять в совершенстве, да? А ключ – это подбор путем перебора. Сразу подобрать ту роль актеру, которую он исполняет гениально. Вот это совпадение. Это как раз таки новое. Вот это почему ключ сейчас развивается наш по всему интернету по принципу цепной реакции, потому что он как раз позволяет, не прикасаясь к человеку, дать ему критерии, правила и принципы уникальные, чтобы он подобрал себе действия синхрогимнастики, которая совпадает с ним лично так, что сразу дает взрывной эффект раскрепощения, освобождения от страха, включения ресурсных возможностей, чтобы он сразу делал шедевры. Итак, друзья, вы поняли, о чем я говорю. Да? Давайте будем думать, как избавиться от страха и создавать шедевры. Я, кстати говоря, думаю, что нам можно сделать такой вебинар. А как вы думаете, такой вебинар мы сделаем или другой? Ну, давайте советы, будем дорисовывать картину. Может быть, сделать лицо такое сияющее, улыбающееся. Может быть, сделать такое удрученное, как сейчас, немножко задумчивое. А может, сделать Марку я сейчас пошлю, пусть он мне тоже там комментарий напишет. Друзья, итак, принцип подбора путем перебора. По уникальному правилу, критерию, который заменяет гуру и является дополнительным принципом, классическому принципу повторения мать учения. Поэтому сейчас ключ распространяется по всему интернету и является сегодня самым современным методом. Потому что даже физкультуру, подобрав действия синхронные, резонансные вашему текущему состоянию в моменте, вы можете превратить в оздоровительнейшее средство, которое сразу дает лавинообразный переход в это так называемое квантовое состояние, вот когда ты переходишь из страха к свободе, и там можешь творить шедевры в любой области жизни. Вебинар будет называться «Как освободиться от страха, обрести энергию молодости». Имеется в виду творческую. До встречи.